Темпы строительства дорог нужно ускорить. Такую задачу поставил премьер на совещании по этому вопросу. По его словам, план по дорожному строительству наполовину выполнен. Лучше всего справляются в Волынской, Днепропетровской и Закарпатской областях. А вот в аутсайдерах пока что Черновцы и Сумы. В сентябре премьер намерен подвести итог. Пока же, говорит, нужно разобраться с финансами. На что потрачены и где необходимо больше? Когда объекты будут завершены, дорожникам следует ожидать аудита. В этом году, напомню, на ремонт выделена рекордная сумма, более 45 миллиардов гривен, 11,5 миллиардов только на строительство новых дорог местного значения. Саме головне, щоб виконали завдання по відновленню українських доріг, тому що ми розуміємо, що десятиріччями вони руйнувалися, і нам потрібно наздоганяти, підшвидшувати темпи, при тому, що дуже важливо це максимально ефективно використовувати кошти. Бо коштів в цьому році є безпрецедентна кількість, і головне, щоб їх раціонально використовувати.